我是老婆婆。Пойдем на пляж. Мы на океан обещали, народ. Мои друзья. Пойдем на пляж. Смотри, какие у меня друзья. Роскошные. Мы на пляж идем. Мы на океан идем. Заканчивается заряд. Мы на океан идем. Быстрее, быстрее. Беги, беги быстрее. Мам, беги, раздевайся на ходу. Чем заниматься? Я не могу дать совет. Я спортом не занимаюсь. Они все спортом. Тебе сказали, что бегать немножко можно. Ты раз... Слушайте, я ору, потому что я думаю, что не слышно. Вы не понимаете, что ли? Почему вы все время лажаете меня? Так шумно, поэтому вы... Почему вы постоянно меня лажаете? Да нет, Маша, не обращай внимания. Просто там так шумно было. А сейчас хорошо. А сейчас, кстати, море будет опять. Ребята, я свою личную жизнь никогда не буду выставлять на показ. Неужели вы до сих пор этого не поняли? Вы никогда ничего не узнаете, пока я не забеременею. Мы идем в океан. Мам, снимись с меня шляпу. А ты это... Подожди секундочку. Маш, подойди ко мне. Сейчас сниму. Русских никого здесь нет. Пару человек были, пофоткались. Это реально рай, я каждому желаю. Каждому желаю приехать. Ловит интернет? Скажите просто, чтобы я понимала. Мам, ныряй! Я боюсь утопить телефон. А мы в Мексике, в отеле Rio Palace, самый шикарный отель на побережье. Дырей! Ныряй! Ныряй! Во-первых, я никогда не ныряю, ни разу в жизни не ныряю. Мы пойдем с подписчиками есть. Единственный раз. Плавай. Плыви.
плыви. Ну, в среднем 500 000 отдых. Ну, 1400. 460. Больше немножко. Можно любую сумму называть. Зачем? Зачем ты кому-то говоришь? Кто сможет, тот поедет. А я бы, например, сейчас и в Москве с удовольствием отдохнула. Какая ты неблагодарная. Да. Благодарности я в тебя вам, ноль. Я вам тоже хочу ноль. Сказать. Ноль в тебе благодарности. Знаете, что я вам хочу сказать? Лететь – это ад. Потому что это так долго лететь. Вот я лично взяла бы лыжи, надела и пошла. А Маша хочет мне маму на океан обязательно. Прям диктант на океан. Давай опросник устроим. Давай. Кто бы согласился из матерей поехать с дочерью на океан? Ну, вы сначала сказали, сколько летит сюда, дорогая моя. Ты летел 17 часов, и что? Да сутки. Сутки. У тебя совести нет. Вот быть наш Марк. Так, дорогие друзья, сейчас мы наладим эфир.